Данное видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Lesson 55, урок 55, exercise 2, упражнение 2. Прослушай и прочитай. Перед этим давайте обратимся к правилу. Запомни, буква A может читаться по-разному. Первый вариант – это звук A, который данная буква передает. Например, в словах name – skate. Из этого можем сделать вывод. Если слово заканчивается на гласную, то буква A будет иметь звук A. Второй вариант. Буква A может передавать широкий A, если слово оканчивается на согласную букву. Fat can. Итак, слова, данные к упражнению. Take, brave, skate, name. Прочитаем еще раз по транскрипции. Take, brave, skate, name. Take – брать, brave – смелый, skate – кататься на коньках, name – имя. Буква A в каждом слове имеет звук A. Задание выполнено. Если вам понравилось данное видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.